у нас есть раз сервер, два сервера, три сервера, цепь сервера. Много серверов. Да. Каким образом мы можем организовать работу так, чтобы их производительность более-менее суммировалась? Каждый берет из них по 1/3. Первый запрос первому, второй. Хорошо, второй запрос из последнего. 4, 5, 6 и так далее. Хорошо. Если запрос у нас такой, что его быстро исполняет один сервер, мы можем просто вот так вот его распределить. А если у нас очень сложный математический расчет какой-то, поток относительно невелик, но требует больших расчетов, что мы можем сделать? Разделить его на отдельные задачи. Правильно. Главное не делить на ноль. Главное не делить на ноль. Ну, на ноль делить не надо, получится очень много. Как вы разделите поток на отдельные задачи? Как это будет выглядеть здесь? А как у нас задача выглядит? Тем головоломная совершенно формула x равно полмикроона. И здесь на 10 досок развернут. Первую доску. Первую сервер, вторую доску. Ну, тепло, почти горячо. У нас досок не хватит. Ну, мы можем делить на куски соответствующее число. Может поставить еще один процессор, который будет делить эти запросы по какому-нибудь? Ну, делить мы их можем просто вручную на этой программе. Как? Ну, как первый сервер полностью начал какую-то задачу делать, он считает. Часть этого, например, он считает до какого-то логического конца. Но в этот момент, до того, как ты считал первый, включается второй и начинает считать уже другую часть задачи. А что в это время делает первый? Досчитывает. Что? Первую задачу, которую он делал. Это, то есть, ну, она довольно большая. А в чем выигрыш? Скорости? Ну, сейчас, ну, о том, что когда второй... Может, одновременно надо задачи выполнить несколько? Ну, тогда получается, что после того, как закончена первая логическая часть, на второй логической части работают оба сервера. Быстрее этого не станет. А пусть первый не работает, на вторую часть сразу четвертый приходит. Ну, почти правильно. То есть мы здесь выполняем первую часть задачи первого запроса, первую часть задачи второго запроса, первую часть задачи третьего запроса. Сосчитали. Здесь пошла вторая часть первого запроса. Потом, когда она закончена, идет вторая часть второго, вторая часть третьего. И дальше. В тот момент, когда у нас вот этот считает вторую часть первой задачи, этот считает уже задачу вторую. В тот момент, когда этот начинает считать третью часть первой задачи, здесь уже считается первая часть третьей задачи. Понятная идея? Угу. Получается? Ну, по скорости вы все равно сильно не выиграли. Почему? Ну, они же не одновременно выполняются. Не одновременно. Но у нас одновременно считается всеми процессорами куски задач. Ну, это хорошо. Почему здесь не получается увеличение производительности? Вот у нас есть один сервер. Он выполняет задачу сначала 1, 2, 3. Ну, предположим, что она у нас делится хорошо на эту часть. За время, необходимое время исполнения первой части, плюс время исполнения второй части, время исполнения третьей части. Правильно? Угу. Через какое время на выходе системы появится результат третьей задачи? Через Т. Третьей задачи. Через три Т. Одна задача считается. Соответственно, третья задача у нас на выходе вылезает через три Т. Верно? То есть по скорости одной задачи они не изменяются по скорости? Секунду. Если мы начинаем исполнять вот так. Ну, части эти у нас условно равны по времени исполнения, чтобы равномерно загружать их. Так, поехал тот же поток. Первая, вторая, третья задача. Здесь мы исполняем Т1. Все остальное у нас пока холодное. Стоит, ничего не делает. После того, как мы здесь считали, мы
мы передаем результат на следующий аппарат, где считаем Т2. Здесь у нас освободилась мощность вычисления. Мы запускаем. Запускаем первую часть второй задачи. Когда она у нас сосчиталась, мы передаем сюда вычисление. Здесь у нас тоже досчиталось. Мы передаем вычисление дальше. Здесь у нас считается третья часть первой задачи. И запускается вторая часть первой задачи. Через какое время у нас на выходе появляется результат первой задачи? Первой задачи. Прошу у нас на счет. Раз, два, три. Это у нас. Во времени, вот у нас через одно Т вынес результат первой задачи. Давайте посмотрим, когда у нас появится на выходе результат второй задачи. Через Т плюс 5. На самом деле они у нас равны. Ну, так поделили задачу. Каждая задача выполняется за Т, да? Ну, для равных. Ну, короче, за Т1 или Т2. Через одну за 4 третьих Т будет. Через 4 трети от начала подачи первой задачи. Да. То есть через 1 третью полной длины расчета. Да. Третью задачу мы распределяем. Сначала на первую отправляем. В какой момент времени она идет? Вот в этот. В какой момент времени поступает на итого? 2 третьих. Ну, еще 2 трети плюс 1. 5 третьих или 1 или 2. Короче, через 1/3 после выхода второго будет третий ответ. Да. И через 5/3 после начала работы. Ровно то же самое произойдет при любой длине потока задач. Они будут выходить с интервалом. Можно вопрос? Да, конечно. Это отличается от того, если первую задачу на первый сервер, вторую задачу на вторую, третью на третий. Так, второй раз. Ну да, да. Частота следования интервалов у нас получается 1/3. Угу. Сервер 3. Ну, у нас 3 в данном случае. Его будет 10, была 1/10. То есть 10 выгоднее получается. Если задача... А еще выгоднее 100, если задача может быть разложена в такой вот независимый ряд. Угу. Если она не может быть разложена, результат последующих вычислений, как можно потом обратно использовать, то... Хорошо, вариант, что мы используем 3 сервера. Последовательно грузим на них 3 задачи. Задача 1, задача 2, задача 3. Каждая задача выполняется полностью за 1 Т. И у нас выходит ответ для каждой задачи через Т. Совершенно верно. Выходит первый, второй, третий ответ. Первый, второй, третий ответ. В смысле, а вторая зачем? Ну, у нас за одно тесто считалось 3 задачи, угу. Потом запускаем следующую пачку. А, хорошо, да. У нас неограниченная последовательная задача на самом деле. Не 3, а там 3 миллиарда и так далее. Каждый. Существенно больше 2. Существенно больше 2. Да. Лучше или хуже? Второй и третий сервер, они не работали целых 3 секунды в сумме. Ну, у нас получается разбежка вот здесь. Потеря да. На старт. Только может быть начать чем-то вычислять, чтобы не было потерь? Ну, если есть, то хорошо. Потом он все равно разница, разница в 2 у нас сохранится даже для миллиарда. Это уже не так страшно. Но есть то. Хорошо, если они у нас одинаковые, могут целиком полностью сосчитать задачу. Выгодно ли это? А, то есть каждый считает отдельную часть задачи? Нет, выгодно ли это? У нас каждый сервер, даже не сервер, а процессор фактически, должен уметь делать все. Загрузку данных, обработку, там... Ну, они дешевле, наверное, по идее. Почему? Ну, потому что проще продавать процессор один, который все может, чем 100 разных процессоров на разные задачи. Смотри, здесь у нас получается, ну, грубо, он умеет считать x86, 87, ну, по общей точке. Значит, так, да? И какое-нибудь расширение. Вот, 3 блока. Здесь у нас тоже. 87, 7. То есть они одинаковые считают? Ну. А, в данном случае одинаковые, да? Что мы можем сделать здесь?
мы можем разбить задачу на части, которая считается так, 86, 87, какой-нибудь 7 плюс 6. Какой процессор у нас проще? Любой из этих? Или умеющий все сразу? Любой из тех, да. Проще и дешевле. Примерно так устроены все современные процессоры. Они все работают примерно так. У них есть сейчас курс информатики, изучают конвейер процессора, само понятие. Исполнение программы делится в процессоре на целую кучу этапов. На первом этапе понятная команда разбирается в микрокод, потом производится подгрузка данных. В простейшем случае математическая операция, запись результата. В тот момент, когда здесь считается, записывается результат одной команды, здесь еще вводится уже не то, что там раз, два, три, четвертая команда, а команда там 200 на 300 вперед. С тем, чтобы вот этот арифметический модуль не скучал. Потому что здесь у нас что получается? Мы считаем одну часть, две бездельничают. Считаем другую, опять две бездельничают. Длина конвейеров у современных процессоров, ну, растет. Растет со страшной силой. Когда-то 5-6 ступенчатые было длинно, сейчас 20-25 стадий. К чему это приводит? Приводит к очень неприятному последствию. Вот это вот время простое. Система на длинных конвейерах у нас получается совершенно людоедская такта. То есть если раньше мы получали на 5-6 такте результат, то теперь просто на длинной конвейере приходится ждать чуть ли не 20 тактов. Очень плотненько, если у нас хорошо написано программа, но для одиночной команды очень большая задержка исполнения. Видеоадаптеры у всех в компьютерах есть, я полагаю, да? Но современные видеоадаптеры вот таких вот конвейеров имеют многие сутки для параллельности. Сколько у нас там ядер получается в обычном процессоре массового применения? У кого сколько? Галки. У вас четырех? Да. Какой? У меня Core 2 Duo. Гипертрейдинг у них есть, я не помню. А? Гипертрейдинг есть? Не знаю. Ну, у вас от 2 до 4 параллельных потоков исполнения в зависимости от версии процессора.